стирать кроссовки, обувь. Я, например, делаю просто. Кидаю в машинку кроссовки, добавляю чуть-чуть порошка, и вот на 39 минут, это такая ручная, в общем-то, стирка. Вот. Раньше я шнурки расшнуровывала отдельно, сейчас я ничего не делаю, вот получается вот такие. Также вот, знаете, босоножки стираю здесь, вот. Тапочки. Вот. В общем, всем советую, ничего страшного. Есть у меня мешок для стирки, я им пользуюсь, все, в общем, делаю вот так. Все, спасибо. Вот, я тогда рассказала про кроссовки, уже показала, какие они постиранные. А сейчас я покажу вам кроссовок. Вот они, видите, пыльные, грязные. И вот в таком виде я положу в стиральную машинку и после стирки покажу, как они будут выглядеть. Они не портятся, ничего с ними не происходит. Порошка я совсем немножко, здесь, наверное, ну, грамм 30 порошка. Ставлю на ручную стирку, там 39 минут, температура 40, отжимает 800, на 800 лучше. Все, поехали. Сейчас постирает, и я вам покажу, как это будет выглядеть. После стирки. Так, ну вот все, кроссовки постирались. Я вам здесь покажу и показываю. Вот совершенно чистый, постиранный, свежий кроссовок. Также я постирала вот эти тапочки такие домашние. Вот эти кроссовки. Все постирались. Пахнут хорошо. Замечательно. Еще тут я бросила тапочки. В общем, все это можно стирать в машине и не заморачиваться.